Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Сегодня у нас версия игры 03.03.16. Кому интересно, есть ссылочка в группе, в разделе ссылки, пираточка играет через Steam. Можете пройти, скачать. Все работает, значит, попробовать игру. Сегодня на обзоре у нас, значит, будет немножко там передел, подправил, скажем так, мод. От автор мода Брегел, Toyota Land Cruiser 70-ка. Вот. Там коряво было сделана погрузка, разгрузка. Значит, исправил, переписал воркшоповские файлы. Давайте грузанемся, посмотрим. Ссылочка на данный мод будет под видео на канале. Также в группе, в разделе товаров там выставлен. Возможно, там обновление это, исправление. Зальют на СТМОС, посмотрим. Значит, создаем. В мультиплеере не пробовал машинку. Вот такая у нас Toyota будет. Вот она. Свой звук у нее присутствует. Присутствует анимация. Водила, правда, сидит у нас там праворулька, она постоянно, когда переключает передачи, рука через дверь пролазит, вот видите. То есть все тут у него не туда, куда надо. Как бы сама моделька прикольная, все офигенно сделано. Все знают от этого автора моды. Вот. Прописал ремонт, значит, на бампера по 150 очей, то есть на любые бампера, которые есть, значит, да, на вот эти, на крышу ставится такая сеточка, можно там потом какие-нибудь, кто-нибудь по-любому канистры припендюрит. Значит, сюда ремонт прописал, значит, прописал, видите, название читается нормально. Вот такие аддоны присутствуют, но эти аддоны я вас там не переписывал, там как автор поставил, то есть 4 очка гаража здесь, здесь у нас 700 ремонта, такой прикольненький аддон. Так, вот такой аддон, это что у нас, 500 ремонта, 2 очка гаража, кузов, значит, и вот такая балда, что она, 500 литров, 500 ремонта, да, это мы уже посмотрели, наверх ставится хреновина, давайте с фарами поставим, и туристическая такая балда, короче, кузов и вот эта ерунда таскает груз. А, забыл еще сказать, ребята, буковку вы называете, присутствует у нее тут этот пневмоподвеска, хоп, хоп, циферками, значит, это регулируется высота, кстати, первый раз такая вот ерунда. Вижу, обычно там в РТ надо нажимать кнопки, поднимать подвеску, да? Здесь, ребята, видите, как оно, открывание двери идет. Ну ладно, хрен с ним. Есть такая беда. Все, поехали. Сейчас подъедем. Загружается как с козла, так и на обычном лесоповале. Переводит по 2, по-моему, и по сколько там очков. Сейчас посмотрим, подъедем. Давай, вроде, компот поворачивай. Озвучить, тут не подъехать никак. Подвеска, конечно, настроена вот реально, скажу, говняцко. Автор, если будет смотреть, мод офигенный, подвеска говно. Вот. Создаем короткие бревна. Ага, и не достает сволочь, да? Далеко встал, наверное. Говорю, ближе тут не подъехать. Сейчас попробуем, конечно. Эмс. Это все вот из-за того, что подвеска говно, ребят. Машина вообще не управляется практически. Ну, как бы управляется, но лично мне не понравилось. Опять уперлись козла. Да, гребаный ты. О. Опять, да что ты будешь-то? Блин, не упирается. ЦДТ-шка упирается. Давайте. Сейчас-то что тебе мешает? Глядите, ребята, что творить, а? Предел. А так далеко, наверное. Конечно. Да какого хрена? Не, ну сам факт, что я загружал ее с козла. То есть ближе подъезжал на дефолтном полигоне.
Сейчас попробую поближе. Оп. Еще ближе надо. Вот, по два хватаем уже. Сейчас давайте протащим еще чуть-чуть. Еще надо. Опа. Я же говорю, загружается. Главное мастерство, ребята. Анимация у этих балбесов тоже присутствует, которые там сидят, там телки там какой-то. Видите, они сидят там, шатаются. Головами, сиськами своими там трясут. Какой-то сутенер там прям, я не знаю, повез. Телок куда-то. Выглядит забавно, как-то прикольно. Так, давайте попробуем скинуть. Видите, скидывается одно полено. Также телки пропадают, да? Также раз, ок, все загружается. Все это поправил я, все это, ребята, работает. То есть сейчас можно, короче, возить всю эту ерунду. Причем можно читерить, прям подъехать с одним поленом и скидывать, загружать. Можно полностью пилку. Сейчас мы поедем, ребят, сейчас я вот посажу в натуре телок. Давайте. Не показывает он, что возит вот эти аддоны, да? Давайте снимем это. Вот этот. Еще, по-моему, он. Что тут вот гараж. Гараж еще вот возит, ребята. Также можно. Видите, тоже поправил все. Мешки с кофе он возит. Тоже анимация на грузе есть. Мешки болтаются. Так, скинуть. Выгрузить. Скинуть. Выгрузить. Все, то есть работает. По 2 очка, значит, да. Это мешки. Скидываем прицепов. Пока никаких нету тут от автора, да? Так. Что стояло-то? А, вот это балда. Так, и также тут 2 очка загрузки. Ну, я думаю, что, наверное, раз мод такой, в принципе, хороший, я думаю, что он должен работать, по идее, в мультиплеере. Не знаю уж, как он точно работает, не работает, но, мне кажется, должен. Вот. Ну, давайте, погнали. А, ну, по колесам еще давайте пробежимся. Кто еще этот мод не видал, значит, присутствует. Так, 4 или 5 комплектов колес, то есть вот такие колесики. Трансляция, что у меня вообще никак не хочет работать экшеном, ребят, сижу, пишу. Так, вот такие колеса, такие, такие, вот такие. Так, еще раз давайте прощелкаем. С этой стороны тут меняется немножко, вроде как протектор, диски остаются те же, да, стандартные колеса. Давайте возьмем вот эти ежики, поедем на ежиках на этих. Все. Присутствует еще, ребят, синхронизация света. То есть включаются фары вот эти дополнительные, там какие-то фонарики где-то есть. То есть все это, ребят, работает. Вот. Также, ребят, можете скачать у меня в группе, в разделе ссылки есть синхронизация для дефолтной техники. То есть, видите, тоже свет загорается на машинах. Там, по-моему, не знаю, 2 или 3 варианта. У меня стоит последний, 3. Все, поехали. Ну, вид из салона, но что-то тут камера как-то коряво сделана. Салончик не айс, скажем так. Присутствует анимация руля, но камеру, если что, передвинуть или уберут водителя, можно там, в принципе, кому нравится, уберете. Я думал, положу я его. Нифига, ладно. Приятное, конечно, отбрыгивал, все такие прикольные модики. Красивые. Но даже, видите, тут с погрузкой шляпа была. Пришлось починить немножко. Я думаю, приятнее же, наверное, разгрузить и выгрузить, да? Чем, как вот автор вроде и сделал хороший мод. Телки, все как надо, едут, да. Ну, блин. Погрузки-то, разгрузки нету, мало ли что. Перевернись, потом обратно не загрузиться будет, даже если машину поднимете. Это не как-то так. Ой-ой, как его запихает. Вот, конечно, да, я спорю, красивый, все, обалденно. Не знаю, как он по проходимости, как он в мультиплеере. Я исправил название воркшоповских этих файлов, чтобы читалось все это адекватно, по-моему.
Я думаю, авторы, если выкладывают, могли бы соизволить, да, для людей это хотя бы название вы просто, блин, перепишите, сидите, бураки, долбанные там вычитывать, гадать, что там у них, что. Правильно? Ладно, я не прошу перевода там на русский язык, но хотя бы вы просто напишите, они эти бураки воркшоповские там выбирать. Намного людям приятно будет. Вы все равно для людей делайте модуль. Для людей пропишите хотя бы название, что вы эти говнище воркшоповское выкладываете. Выложите нормальные названия, сделайте. Не так уж это и сложно сделать. Не, мод, конечно, прикольненький. Анимация вот этой повесочки тоже забавно сделана. Чувак там, видите, сидят, болтают своими головешками. В принципе, и проходимость-то, да, у него такая неплохая, хорошенькая. Шпарит, ух, как он там подкидывает, блин. Еще раз повторюсь, что из правил, я переписал название воркшоповский и починил погрузку, разгрузку. Ребят, больше ничего тут с ним, с модом не делал. Вот и так, в принципе, прикольно, классно. Пачки-то все офигенно. Сейчас попробуем вот разобрать пилку здесь. Этими пилками, да? Лесоповал, следующий у нас пилка, да? Давайте доедем до пилки. Первым делом, что нам нужно сделать, приехали, не разгружаться сразу. Видите, разгрузка 2 очка, а сразу сначала скинуть. Оп, вот оно, полено, да? Просто мы сейчас будем загружаться, а полено уже останется, смотрите. Раз, и все, сейчас мы будем разгрузить. Раз, опять загрузились. Разгрузить. Раз. Разгрузить. И все, по-моему, последний разик мы загружаемся. Все. Пилку мы отработали, ребят. Все, погрузка работает. Все работает, все как надо. Также погрузку исправил на... Давайте еще раз покажу на... Вот этом кузовке. То есть также мешки тут все также загружаются, также, ребят, скидываются, также разгружаются, также можно их, видите, мало ли вдруг где-то перевернетесь, то всегда сможете разгрузиться, загрузиться без проблем. Также с козла давайте скинем, проедем этим бортом еще с козла, тут козел есть. Покажу, что он из козла тоже грузится, манипуляторы никакие не нужны, в принципе. Поближе, главное тут подъехать. Ой. Главное попасть тут ровненько. И все, в принципе, будет айс. Так, протаскиваем его маленько тут. Создаем короткие бревна. И нажимаем. Тут не доехал, что ли, еще. Еще вперед. Ай, куда он зацепился. Похоже. Да что ты будешь делать? ЦДТшка цепляется, ребят. Сейчас мы оттащим его. Вперед еще. Еще. Оп-о. И все, ребят, загрузились спокойненько. Также можем скинуть. Все это дело загрузить. Обратно там, да? Все скинется, загружается. Все работает, ребят, без проблем. Все, погнали дальше, проедем. Грязь уже не полезу, ребят, поэтому ссылочка, еще раз повторюсь, будет под видосом на канале. Скачивайте, кому нужна исправленная машинка. Машинка, в принципе, прикольная. Ну, мне, конечно, мне не нравится настройка подвески, что-то какая-то она лично для меня не айс. И, ну, так-то, в принципе, она едет, все хорошо, все отлично. Воркшоповские файлы я переписал. Читаться будет отлично, билборд там тоже будет читаться нормально.
так еще несколько, конечно. Ну и косяк тот вот правовой, когда переключается, рука вылазит через дверь. Опа. Вот. Поэтому автор делает леворульные машины. И тогда рука не будет вылазить. Все будет отлично. Вот так, в принципе, прикольный модик такой. Так, давайте скинем этот гараж. Ядрень фини. Что тут есть еще у нас? Цистерна. Ну-ка давайте посмотрим цистерну. Чутка проседает, все нормально, все работает. Такая тоже свой прикольный такой огончик, ребята. Ну блин, ну она и тарахтит. Вот, вон подловили где-то. Подхватили слегонца. Давайте тут через лужи. Тормози. Ну, конечно, но сейчас я немножко спешу, быстро еду. Думаю, что, блин, конечно. Прикольно, автомобильчик. В принципе, такой приятный. До этого были Toyota там, тоже обгорело, тоже прикольные ребята. Но все равно, да, мод обалденный, но небольшие косячки такие, ну уж можно было, конечно, в автоповские файлы переписать и погрузку поправить. По сути говоря. Вот, на повышайку, шустрее она пошла. Давайте, повышайте тут сейчас. Ну да, все, что она тут бодро так на повышайке. Давайте скинем этот. Эту коренную поставим тут что-нибудь. Вот такое. Все лампадунки горят, ребят, видите, синхронизация присутствует. Ночью будут загораться фонари. Проходимость у нее, да, такая, в принципе, офигенная. Спокойненько на юге, без проблем. Красиво сделан, конечно, мод офигенно там. Эти аддончики, колесики, все классно, текстурка классная. Прикольный мод, ребят, качайте, не пожалеете. Еще раз повторюсь, ссылка будет на вот исправленные погрузку и воркшоповские файлы под видео на канале. Ссылочка для скачивания. Не знаю, эти исправления загрузят там ребята на STMOS или нет. То есть как-то так. По-быстрому проедем тут все это дело. Вот еще маханем этот кунг. Дернем, поставим кемперы сюда. Ой. Стопэ. Выглядит, конечно, у меня все равно классный, классный мод вообще, обалденный. Щелкнем. Классный, можно покатать, в принципе, все тут, он и топливо возит, ремку возит,
гараж он, ребят, возит. Полностью адаптирован мод для игры. Загружается, загрузку я поправил, там, то есть из козла и везде там можно загрузиться, разгрузиться, если перевернете игрушку, потеряете. Можно будет машину поставить на колеса, опять загрузиться, то есть все нормально. Все здесь уже исправлено. Хотя вроде, ну такая мелочь, но автор мог бы, конечно, сделать это, ребята, и сам. Я думаю, намного вам приятнее, да, когда это все разгружается, выгружается, а не скидываешь, а загрузиться невозможно, да. Сейчас все это, ребята, работает. Ну, по скоростным данным, не знаю, сколько он прет. Давайте попробуем по асфальту. Катанем я. Состояние. Данный полигон, ребят, тоже можете скачать в группе. На повышайте. Ну, вяло-вяло, конечно. Скорость у него вообще автомобиля, скажем так, не айс. Ни на автомате, ни на полушейке не тащит, да? В районе дефолта, а то еще и, может быть, даже дефолт едет побыстрее, чем этот автомобиль. Это минус, конечно, скорость. Ну, упирается, я так думаю, что в подвеску. То если накрутить нормально подвеску, то можно и скоростные данные там поправить до конца. Вот. Вот такой, ребят, небольшой обзор, я думаю, там с трансляцией. Бляха. Муха. Трансляции там косяков не было, думаю. Вот такой, ребят, модик. Toyota Land Cruiser 70, автормод, ребята, Брегел, всем известный мододел. Небольшие исправления, то есть погрузка, выгрузка и название теперь читаются по путевому. Все, вот видите, то есть переписал я вот воркшоповские названия. Поэтому качайте, ссылочка под видео точно будет, ссылка на мод, а на СТМОД с исправлением, не знаю, ребята закачают, не закачают, посмотрим. Все, и подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте лайки, подписывайтесь в группу. Всем удачки и всем пока, с вами был Драйвер 51 Рус, всего доброго.